Помык тянай. Па. Уже закрылись. Да, наверное. Ну, а, они уже закрылись. Они сейчас сюда придут, наверное. Если она еще... Коль, ну, куда твоя поплелась-то? Смотри, что там. Она что-то лазит там. Кальмара заказала вроде. Пойду с ней схожу сейчас. Нет, пусть сюда вот зовут. Да я тоже говорю, они, чтобы своей этой компашкой сюда приручили, вообще не ведешь. Ты ведешь, то делаешь это. Где именинница? Она, наверное... Коль, слушай, ну что там это в баре видел Бузову-то, узнал, Бузова, да? Бузова была, да, да, точно. И она такая с зелеными волосами, как раньше была. И высокая, на голову, как ты говоришь, выше всех остальных таек. Да. Красивая девчушка, да. Блин. Ну, ее лицо, наверное, изменилось уже, 2 года прошло ролик. Ну, ее, видать, это хорошо жизнь, уже. Жизнь-то поносила уже, ну. Потрепала жизнь ее. Помык, тянай. Ой, Рома, заводика. Забыл уже меня, Коль, уже знакомились? What's your name? Коль, она в тот раз прилично давно хрюкалась, уже не помню, что мы знакомились. Она даже не помнит, что мы договорились на 2000. В натуре? Говорит, касать давай. Повезло, да, тебе? Короче, какой-то сегодня... Вот она, гляди, какого заказала, Коль. Коль, смотри, твоя в меру упитанная девушка, чего еще заказала-то? Да, и хочет на тебя эту ответственность денежную повесить. Что на это скажешь-то? Мало того, что ты там кальмара свежего оплатила. Пожрать любителей гораздо. Они все, да, очень любят пожрать-то. Куда она, Коль, пошла-то твоя? Они, наверное, большого хотят взять. Не, за 200 бат она маленького возьмет, свежего там. 50 и это пьет. А 200 бат она хочет, наверное, распилить. 200 бат, да и вот еще, Коль, смотри, берет, она уже вроде бы вам приготовили. За 1-200 бат там за сырой сейчас. Коль, готовы ваши кальмары. Я сегодня вместо официанта, Коль. Ой, спасибо. Потому что у вас там праздник какой-то намечался или намечается. Сейчас бабы-то придут и все. Сейчас твоя тоже Бузова сюда придет. В натуре придет? Придет, наверное. Блин, Бузову очень зрители хотели. Если ее не забрали. Ее очень хотели. Потому что ее там приходовали жестко. Да, да. Она там и сидела. Бузова, я Бузова, я Бузова. Да, я Бузова, я Бузова. А что Бузова, она очень сексуальная и интересная. Я ее тогда несколько раз на шорты брал, на лон тайм брал, она ночевала. Да, она здоровенькая, кстати, она по сравнению с другими тайками что-то прям высокая. Но она на фигуру крутая была, не знаю, как сейчас, вот ты видел, как она выглядит сейчас. Фигура примерно хорошая. Плюс-минус то же самое. То же самое, да? Ну отлично, если сюда подтянется. Ты меня удивил, что 2 года назад у нее были зеленые волосы и до сих пор зеленые. Зеленые, да. Но она, видимо, как только в клуб, так сразу зеленые. Не, я думаю, она где-то зеленку оптом закупила по дешевке. На несколько лет вперед. Секрет узнала. Узнала секрет, как дешево красить волосы. Ром, как кальмарчик? Этот вкусный. Вкусный? Сырой, мясо, да? Коль, ну как она живого сожрала, я не знаю, будет на видео видно или не будет, он прям шевелился. Она и тебя живого сожрет. Тебя съест, как удав. Да уже хавала. Ау.
Коль, такое ощущение, что ты здесь себе в Таиланде семью приобрел. Коля, папа. Папа, вон спит. Коль, понравился, да, тебе Таиланд? Ну, хочешь покинуть, да, эту страну уже? Да, да, скоро. А возвращаться думаешь? Конечно, а как же нет-то? Куда я без Таиланда? Ну, самое главное, впечатления крутые остались. И чую, и сегодня ночью они у тебя не исчезнут. Сегодня ночью? Я не пойду, хватит на меня уже изнасиловала. Хорош, да, Коль? Я так же... больше не смогу, бля, хватит. У меня тоже самое хорошее понемножку. Ну, молодец, ухаживает, смотри, подкармливает тебя. Вот, чует, что ты сил много потратил. Конечно, сейчас накормим, блин, и опять у нас придет. Опять в номера, да? Готовые, типа, вот... Это вот открываешь и ешь с пивом, обычно, что ли, нет? Короче, она, Коль, получается, в баре с Бузовой вместе работает. В одном. Блин, если бы... А я с ней познакомился здесь на бичке, я даже не знал, где она работает. Если бы ты не заплыл к ней туда в бар, я бы не знал вообще, что Бузова в Паттайе. Да. Она вот как последний раз в Бангкок уехал 2 года назад, мне говорила, после того я не видел, был карантин, бары все были закрыты. Это ты меня удивил, что Бузова сюда вернулась. Сейчас если придет вообще, уже. Да, поснимаем обязательно. Зрители часто спрашивают про нее. Где Бузова, где Бузова? Ну да. Сакран, финиш. Папайя. Так, вот, ребята, именинница подтянулась. Папайя. Папайя салат. Комбе. Нет. Папайя салат. Именинница как раз с короной. Да, именинница короны. Да, Саня, придут, начнется. Так, именинница куда-то поперла в магазин. Нарядилась под Снегурочку сегодня именинница. Коля, что скажешь вот про эту охеревшую, которая 500 бат просит за то, что я ее снимаю? 500 бат ей надо, говорит. А она орет за то, что снимаю ее для ролика. Каждый божий день бухают. В натуре? Я даже не знаю, что они там это, блядь. Ну, после сойки 6 надо бухать, и что, ну да. Коль, что тут салатик острова приволокли? Да тут вообще этот папайя салат. Блюватрон 2000, ребята. Никто потом будут срать дальше, чем видят. Да, срут дальше, чем видят вообще с этой херни. Но все равно жрут его, продолжают жрать. Коля, это твоя, да, притащила салат такой? Ну, блин, он, видишь, какой, Блюватрон 2000. Ну, ты скажи, признайся, бегает она в туалет после да него? Да, срет, конечно, дальше, чем видит. В натуре. Да, я не знаю, блин. А моя малышка так же, знаешь, как малышка делала? Ну. Мы, прежде чем идем заказывать салат, она видит, я его, говорит, когда сожру, потом буду срать, где попало. И так и происходит. Всю ночь потом срет, нахер вот она его покупает. Вот именно вот такой салат, блин. Он настолько острый, это жопа. Дриш папайя, получается, салат. Да. Вот он и выглядит так, как будто насрали, блин. Так, на сковородку. Именинница дохуя. В легкую, ага, выпила. Дарочком гляди, с фонариком стекло. Блин, весь этот
порвали этот. Это надо четвертый брать, наверное, этот гамак-то. Сейчас еще подтянутся. Еще подтянутся? Ну, походу, да. Блин, весь бар, что ли, сегодня придет, может, Бузову припрется. Может, и Бузову припрется. Хотя ее, наверное, забрали. Там что-то какие-то два негритенка возле нее терлись. Блин, Бузову долбит каждый день, как и два года да. назад. У нее продыху вообще нету, блядь. И впихательные, ну, да. дыхательные именно всякие. Именинница сегодня самая нарядная такая. Чинай. Ювен, Ювен. Коль, открой вот эту бутылку, а то я снимаю, дадим имениннице, я сейчас не выпью. Вот, подай ей. Вайн. Эти звезды. Very good. No, I like you. Happy birthday to you. Yeah. Неплохая девушка. Happy birthday. Happy birthday to you. What? What's his name? Tomek. How? 3 times. Three times. One. Окей. Так, ну что, берем кальмарчиков сейчас с ней. Угощу именинницу сегодня кальмарчиками. И сам попробую. Happy birthday to you. Bye. Помыв. А, окей. А. Чай, да, хапай сон. Ой-ой-ой. Коль, покажи. Давай-давай-ка. Держи его там, да. Да ты заграждаешь пальцами. Ага. Видишь, это шевелит. Да. Смотри сначала, как она, именинница. Давай-ка. Гляди, жабрами шевелит мой. Видишь? Он цвет меняет еще, смотри. У него цвет меняется. Смотри, она первая еще будет есть. Давай сейчас будем смотреть, как. Никак не поймает его оттуда. Ай. Ай! Еще не все, видишь, пока. Не тряси, не тряси так сильно, Коль, давай. Сайпан! Не грызется, видишь? Блин, молодец, жрет, да, Коль? Ой! Финиш! Фу, моя очередь! Давай, я чуть подальше отойду. Ну давай, Артур, с Богом. Он скользкий, как его вытащить? Ну держи его двумя пальцами, между двух палец. Арума? Чего судьбу дрочить надо, всего съесть сразу. Правильно? Ну, в принципе, да. Блин, вот он чернил напускал, офигеть. Можно запивать?
Spicy, man. You like spicy? Wow. Здорово. Это тоже тяжело. А мы... Еще один оплачу, еще подруги. Окей, окей, окей. Dance, dance, dance. Коль, все, Деменин все угостил, видишь? Не, ну правильно. Сам сожрал живого помыка. Вкусно, да, говоришь? Нормально, мне понравилось. Ой, ой. Какие-то пустят помыть. А вон и бутылка стоит. Все, хорош, завязываем со съемкой. Завязываем, отлично, посидели.